привет! Вы смотрите Вики Шоу Плей, и сегодня я наконец-то поиграю в ваш любимый ПКХЗ, потому что я в него не играл целый год. Вы только посмотрите, как здесь все изменилось. Просто я уже забыла, какой у меня дом, что здесь вообще происходит. У меня какой-то скин здесь. Где я? Кажется, я в мире Майнкрафта, похоже на то. Собачка есть. Я не играла 100 лет, и вы только посмотрите. Помните, 2 года назад я играла? Тут было все такое совсем другое, а здесь сейчас что-то невероятное происходит. Давайте скорее посмотрим все обновления, которые здесь появились. И я сразу же вижу, что здесь есть каток. Подарок для тебя. Да, давайте. Вы получили подарок от Дашка 670-67332. О, какие-то печеньки. Так, еще подарок. Ух ты, ну что, мне подарки покидали? Ух ты, еще подарок? А куда так много? Обалдеть. А, все, больше нету подарков, отлично. Там кто-то хочет в мой дом залезть. Он залез в мой дом! Он залез в мой дом! Нет, это мой дом! Нет, 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 нет! Что делать? Мой дом сейчас ограбят. Пожалуйста. Опа. Стоп. Я должна заплатить за дом. Смотрите, какой здесь есть дом. Вот это да. Дом Hello Kitty. Что? $15 стоит. Я это потом обязательно куплю. Я позову папу, мы вместе с вами купим дом Hello Kitty. Некоторые подписчики мои знают, что я сейчас просто по Hello Kitty фанатею. Все, я выбрала дом. Опа, теперь у меня дом ракету. Какой интересный. Сколько у меня лайков там? 89 лайков. Давайте зайдем. Вау, 100 лет не играла. Вот бассейн есть. Ух ты, а я не могу закрыть, что ли, дом от чужих? Ну ладно, пусть бегают в моем доме. Я разрешаю. Давайте смотреть дальше. Тут просто посмотрите, тут все светится. Это что такое? Санки? Я хочу на них покататься. Таймер идет. Я на них буду сейчас кататься, что ли? А ну-ка. Что происходит? Они улетели без меня. Так нечестно. Ладно. Что-то я ускорилась. Вот эту дорожку я помню. Здесь должен был быть бассейн. Но сейчас зима, поэтому его нету. Боже мой, вы посмотрите, вы помните? 2 года назад, что здесь было? Здесь было пусто, ничего здесь не было. У меня тут есть персонаж. Смотрите, мой старый костюм, который мы покупали вместе с вами. Я уговорила папу. Кстати, ребята, хочу вам сказать. Мне недавно написали разработчики на почту, что что-то они мне там дали на мой аккаунт. И я только сейчас заметила, что они мне дали 76 тысяч игровых денег. 76 тысяч. Тогда это было 100 тысяч, когда я заходила год назад. Потом я куда-то их потратила, что-то я купила. Видимо, тот дом ракеты я купила. Сейчас у меня 76 тысяч. Вы, разработчики, спасибо вам большое. Я очень рада. Теперь я могу покупать то, что не могла покупать. Так, здесь есть какие-то боксики. О, смотрите-ка, это костюм. Шансы получить редкий предмет увеличиваются каждый раз, когда ты открываешь коробку с сюрпризом. Один какой-то из этих предметов 10 алмазиков, а 11 100 алмазиков. В принципе, у меня их много. А вот это что за костюмчик? Уникальный уникальный наряде. Что-то странное здесь с переводом. Давайте вот это посмотрим. Какой-то интересный костюм. Слушайте, может купить, как думаете? Ну давайте вот этот купим, почему бы и нет. Сразу же купим все предметы. Покупаем! Смотрите! Вы потеряли 100 самоцветов. Вау, какая анимация классная. Раз. А, это я так 10 раз еще могу открывать. Так, стульчик. Так, открываем. Крылья. Быстрее, быстрее. Я хочу все посмотреть. Еще один стульчик. Сколько стульчиков у меня. Так, ну,
А, тут обуви нету, что ли? Ладно, давайте купим еще вот такую прелесть. Так, вот такой костюм интересный. Тут есть чемоданчик, ну, всякие прикольные наряды. О, стоп, а мне не дали, что ли? Мне не дали обувь. Тут не все, значит, дается. Ну, ладно. Купим еще один костюм. Ой, какая прелесть! Надо было сразу этот открывать. О, ботиночки сразу попались. Ой, какая прелесть. Придется еще один бокс получать. Мне только ботинки и шляпу дали. Куча стульев. Покупать на ускорку. И для вас пройдет одна секунда. Для меня это будет вечность. У меня тут попала вся одежда, смотрите, вот такие леденцы какие-то, кофточка, штанишки и рюкзачок. Все, теперь у меня есть полноценный набор котика, и я потратила все свои кристаллики. И уже утро настало, так, давайте оденемся и посмотрим, как это все выглядит на мне. А, я на катке не могу переодеваться, понятно. Мне переодеваться надо, молодой человек. Он что-то говорит? Ну ладно, все, переодеваемся, идемте переодеваться. Я подлетела. Я не привыкла играть. Так, одеваем, значит, вот это, то, что мы с вами выиграли, сейчас будем одевать. Это мы снимаем, одеваем шляпку. Ой, у меня такие глазки миленькие. Так, перчатки нам не дали, поэтому перчатки мы убираем. Ботиночки нам дали. Очки нам не давали, только с другого набора. И вот это. О! Все, ну вроде так выглядел персонаж. Сохранить эту игру. Все, смотрите, я теперь милашка. Вау! Я надеюсь, что так он выглядел. Да, все верно. Точь в точь. Одно лицо, действительно. Так, ладно, давайте теперь оденем другой набор, который мы с вами выбрали. Это у нас был какой-то травянистый набор. Ой, он какой-то странный немного. Шляпу нам не дали. Ботинки нам тоже, что ли, не дали? Давайте розовые купим. Все, я их купила. Сохранить. Это... Все, я вроде разобралась, как играть. Вот такой костюм у нас получился. Ну, на самом деле, с кошечкой был поприкольнее, смотрите. Вот такой. Ну, я буду ходить за ним, потому что он мне нравится. Тут появился салон красоты, что ли? Давайте посмотрим. Реально, это салон красоты. А что тут делать надо? Я могу посидеть. Посидеть могу. Еще могу посидеть. И здесь посидеть могу. Сцену мы видели с вами давным-давно. Я могу купить персонажей каких-то. О, тут магазин для дома появился. А еще, смотрите, персонажи такие новогодние. И скейты какие-то. Давайте купим вот этот скейт. Я хочу. А это за такие новогодние, что ли? А нельзя купить там за деньги? Мы с вами могли купить вместо костюма вот этот классный скейт, на котором можно летать. Ну, давайте тогда с вами купить елочки. Купим тогда хотя бы вот этот или вот самый дешевый новогодний костюм. Сколько стоит? $10? В следующем выпуске про ПКХД я у папы все попрошу кучу денег, и мы с вами купим все, что здесь есть. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить этот выпуск. Давайте оденем костюм, который у нас летает. Мы будем летать. Вот так вот проще. Опа, прыг-скок. Так. Пэт-шоп. Давайте купим питомца. 100 лет не покупали. Тут для него есть одежда. Вот тут у меня есть собачка, которая бегает за мной 100 лет. Вот такая вот.
О, здесь на самом деле анимация лучше, чем в Роблоксе, я вам так скажу. Реально очень круто. В этой капсуле тебя ждет маленький друг. Один час, чтобы открыть. А это... А почему? Супер капсула питомца. А это у нас капсула питомца. Ну давайте купим супер капсулу. Почему бы и нет? У нас все равно денег много. И в принципе стоит недорого. О, все, теперь он у меня дома. Класс. А еще здесь что-то есть. Обалдеть! Это магазин для питомцев. Здесь есть кормушки всякие, еда. Прикольно. Давайте что-нибудь купим. Например, что мы с вами можем купить? Вот кормушку такую купим. Квадратная тарелка за 2000. Так, ну вот это более симпатичная. Давайте вот эту купим. Двойная миска. О, за 20? Нетушки, спасибо. Давайте вот эту купим. Миска котенок. Вот эту купим давайте. Обычная кровать. Опа. Мебель доставлена на дом. Спасибочки. Ванна. Нет, я тратить свои алмазики не буду. О, большая ванна, 4000. Обязательно покупаем. От меня ж... Забери награду. От меня что-то светилось. Купить 3 предмета мебели. О, а я так могу кристаллики зарабатывать, что-то покупая. Камень сумм, смотрите, тут еще будет какая-то дверь. Прикольно. Скоро откроется, там было написано вроде. Здесь мы с вами вроде все посмотрели. Получите доступ к ПКЗГД на своем смартфоне, чтобы использовать эту функцию. А, это надо с телефона заходить. Давайте зайдем в школу. Мы в школе с вами 100 лет не были так. А, это магазин этих. Покупать одежду. Вот, кстати, вот этот костюм мы с вами покупали. Я изначально хотела вот этот. Потом хотела вот этот, и все-таки решилась купить вот этот костюмчик. Смотрите, сколько он стоит, сейчас я вам покажу. А, я его уже купить не могу, но, например, вот этот. Вот мой. Тут еще новые появились, моего тут нету. Рывок, двойной прыжок, суперскорость. Быстро кататься на коньках. Ну, это только зимой. Быстро кататься на коньках, еще один. Летающие. Ну, в принципе, вот этот модненький. Я бы купила вот этот. Но у меня вообще нету денег. Я все потратила. Ну, здесь все старое. Ничего нового здесь нету. Поэтому давайте сейчас мы пойдем к нам домой. И будем обустраивать наш домик. Бежим. Бежим. Где мой дом? Где мой дом? А, вон мой дом ракета. Опа. А как тут ускоряться? Shift. О, я нажала Shift, и я смогла ускориться. Стойте! А это что за паркур такой туда наверх? Давайте сначала пропаркурим. Мне интересно, что за паркурчик. Опа! Паркуристка. О! Дополнительная прыгучесть. Раз, два, так, три, пять, шесть. Главное не упасть. Семь. 8! Все, мы с вами допрыгали. Чуть не упала. Это еще какой-то остров интересный. Давайте пойдем на самый верх. Опа! Трон? Это. Что? А, я просто сижу и наблюдаю за планетами. И сани летают! Это те самые сани, которые я запустила. Нет, я не поняла прикол. Нет, я поняла прикол. Так, я сейчас запрыгну вот на эту платформу. И смотрите, я могу паркурить. И я, наверное, как-то должна заполучить бокс. Планета, пожалуйста, планета, приди ко мне. Давай! Почти! Вон планета. Быстрее, быстрее, быстрее! Там планета без меня улетит сейчас! Нет, планета улетела! Нет! О, сейчас на Марс запрыгнем. Смотрите, на Марс. Опа. Живем, живем. Стоп, это не Марс. Это что, Сатурн или Юпитер? Ко мне не хотят, не хочет подлетать вот эта вот фиолетовая планета. Да, я получила. И он мне дал 500 игровых монет. Прикольно. Слушайте, а мне нравится обновление этой игры. Тратишь деньги и получаешь их.
Рождественская капсула питомца. 500 елочек. Он мне покупает. Либо я не разбираюсь в игре, либо что-то происходит. О, новогодние обои. Еще вот этот челобречек. Обалдеть, смотрите, это новогодние питомцы. Ух ты. Я бы хотела себе вот этого, либо снеговичка. Прикольно. А вот как? А как купить его-то? Как купить? Нету кнопки, чтобы его купить. Видимо, надо будет потом вне видео разобраться. А где я? Звездулька. А, это просто комната. Ну ладно. Давайте пойдем тогда дальше. Там еще что-то было. Я ничего не успеваю посмотреть. Глаза разрываются, все такое яркое, разноцветное. Так, мы сюда. А, это выход. О, еще один боксик секретный. Так, от меня не спрятаться. Опа, все. Видимо, от меня можно спрятаться. Понятно. Стоп. А, вот оно что. Он прям здесь стоит, на входе. А как сюда запрыгнуть тогда? Отсюда? Нет. Я упала. Не судьба забрать этот самый боксик. Идем обустраивать дом. Вот вы где, Саня. А ну-ка. На них можно было сесть? Серьезно? Ко мне еще девочки сели. Они что-то пишут. Я опубликую эту фото, если ты не против. Из чат очень клевый бокс. Подожди, мы сейчас полетим. Обалдеть. Мы летим. Ух ты! О, он меня к моему дому подвезет. А, где? Он не подвез меня к моему дому. Понятно. Вот мой питомец. Когда он будет разблокирован? Через 23 часа! Что тут у нас есть? Как строить дом? Объясните, пожалуйста. Вот значок дом. Кровати. Ну, давайте купим такую кровать. И она у нас будет... Где у нас вход-то? А как двигаться-то? Ой, как сложно, как сложно. Вот здесь у нас будет кровать. Купить. О, у меня еще есть кровать. Сделаем дом для семьи, где много людей. О, смотрите, я могу видимость сделать получше. Что тут у нас дальше? Пуфики, пуфики, пуфики. Вот такой пуфик в виде котика. И еще один у нас есть, который мы сегодня вместе с вами выиграли. Где он? Черный пуфик был с котиком. Вы видели? Мы с вами выиграли. Видимо, нам его не засчитали. Зато есть вот такие стулья. Ну, давайте тогда... Это что? Это 7000 стоит? Нетушки. Стульчик... Такой вот прикольненький с вами поставим. Вот сюда. Привет, хочешь со мной дружить? Ладно. Я не разбираюсь, как строить. А, вот наш пуфик. Вау. Класс, смотрите. Все, теперь у нас все будет такое мимимишное. Я хочу вот это поставить на кухню. Давайте поставим на кухню вот сюда. Вот сюда. Здесь у нас будет все розовенькое такое. Космическо-розовое. Покупаем. Покупаем. И здесь у нас с вами будет, вот, например, игровое место. Купим за 10 алмазиков. Покупаем. Все. Телевизоры есть. Ой, и кольцевая лампа есть. Так, здесь у нас тогда будет съемочная. Вот тут вот. Пойдем с вами на второй этаж. А? Сад. Я не знаю, я куда-то просто захожу и все. Пусть будет у нас такой цветочек. Электроника. Вот. Так, здесь у нас... Будет камера. Вот так вот. Покупаем. У нас здесь будет игровое место. Еще одно купим. Вот здесь игровое место. Стулья теперь берем. И ставим сюда стул вот такой. Обанкрочусь я сегодня, видимо. Аккуратно сюда ставим. Вот так. Шкафчик поставим сюда куда-нибудь. Вот такой бесплатный шкаф, который я покупала 100 лет назад. Вот здесь у нас будет. Стоп, так это шкаф для кухни. Вот этот шкаф поставим тогда. Так, вот здесь он будет стоять, вот сюда. И вот этот шкаф у нас есть. Поставим его с другой стороны. На входе в другую комнату. Кстати, что это? Так я должна здесь было съемочную делать. Так, что тут у нас есть? Это все дорогое, поэтому берем то, что есть. Да, то, что нам хватает и то, что у нас куплено. Вот так будем действовать. Холодильник. Еще один шкаф. Вот, бургеры вот здесь. Вот здесь бургеры есть. Вот в этой штуке, я помню. Так, берем
столы. Вот это огромный классный стол. И теперь берем стулья, которые мы сегодня с вами заполучили бесплатно. Вот они прям под интерьер подходят идеально. Еще один стул берем, ставим. И еще последний стульчик, который у нас остался. Отлично, желательно что-то на стол из декора поставить. У нас есть... О, декор даже есть, смотрите. Так, а это у нас что такое? А, это картина. О, котик у нас тут с вами есть. Ну, тогда котик у нас будет вот здесь, в уголочке. Еще вот такой котик у нас тут будет стоять. Здесь будет стоять котик. Смотрите, какая у меня картина есть. Вот сюда повесим. О, ковер. Ковер у нас будет здесь. Обычненькая такая радужная комната. Картину еще одну возьмем. Все сейчас у нас тут будет в картинах. О, смотрите. Я помню, я это покупала. И еще одну сюда поставим. Вот сюда, в уголочек. Еще какая-то есть интересная. Если вам нравится мой начальный дом, то поставьте лайк. Еще штуки такие. А сколько у меня их? Ставим тогда вот эту сюда. И еще одну поставим вот сюда. Вот эту штуку еще домой поставим. Игровая комната, она же вся в игровых штуках, которые из игры. Поэтому вот сюда вот. Ковер-спиннер! Ностальгия. Помнит лайк. Еще один ковер-спиннер. Еще одна комната отдыха. Так, ну давайте пока на этом закончим и посмотрим, что тут у нас получилось. Одна комната отдыха. Я ее неровно поставила. Естественно. Естественно, ладно, я потом все это поправлю, в следующем выпуске покажу. Здесь больше я ничего не строила. Давайте пойдем на второй этаж. Игровая комната. Вот она такая. Геймерский стульчик, где можно играть. Вот какая-то тут игра у нас запущена, прикольненько. Кольцевая лампа, всякие штучки, шкаф у нас не открывается почему-то. И вот такая классная кухня, вау, прикольно для начала, конечно. Вода есть, попкорн, а здесь разве не бургеры? Так, покушаем, что еще есть? А, здесь у нас только попкорн. Хорошо. В холодильнике есть еда. О, прикольно. И вот здесь мы с вами начали какую-то комнату делать. Вот. Комната отдыха. Еще одна. Ну, я так миленько сижу. 94 лайка уже. А вы помните, в начале ролика было 89 лайков, а уже 94. Спасибо большое, что ставите лайки. Ну, в принципе, вот такой домик получился. И, ребят, уже на этом ролик у нас подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайки и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать эксклюзивные ролики. И в следующем выпуске про ПКХД я скуплю все, что здесь есть. Может быть, все, что здесь есть. По крайней мере, самые дорогие и классные вещи я куплю. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать этот ролик. И всем пока-пока, до встречи в новом видео.